Как вы поняли, мне снова стало скучно. Постоянно побеждать в каждом лобби слишком просто. Так что в этот раз на ваших экранах вот такая СПР и стандартная М13. Но даже этого мне стало в процессе мало. Так что не забывайте, что я стримлю каждый день. И приятного просмотра. Скажите мне, с чем сыграть? С тем, чтобы можно было это сделать интересно. Я бы, знаешь, что сделал? Чему-то так хочется, вот прям вот, не знаю почему, но что-то хочется. Хочется немного рофлить. Хочется вот такое вот что-то. Хочется что-то вот такое вот. Вот СПР-ка плюс М13. Запущу бэпку. Оставлю на всякий случай денег. И погнали. Блин, у меня дурацкие перки стоят, я забыл поменять. Внимание, ПВЛА, топливо на исходе. Иду на... Время истекло, задача не выполнена. Ой, вроде в скине ролся, а вроде как лотик. Посылка с комплектом уже в пути. Вау, рок-н-ролл, лекин файн, лекин-ролл. Да это что, какая-то невидимая текстура или что? What the hell? Как попасть? Блять, откуда? Пиздец. Тильт. Блин, а чё людей так мало осталось? Куда ты едешь, чел? Чё делаешь? Что, простите? Извините. Алло? Activision? Пожалуйста, объясните мне произошедшую ситуацию. Вы не против? Я присяду послушать, что вы мне скажете на этот счет. What the fuck? What the fuck? Я могу ездить на крыше машины, мне ничего не будет. А постоять, и когда в нее врежается чужая машина, я не могу, да? Логика интересная, слушайте. Мне понравилось. И я сяду сейчас в кабриолет. Он, кстати, не забрал мою тачку даже, он сел свою. Потому что там, видимо, есть активка. А, да? ТТВ The Sunsocket, как бы, любит играть в лесах. Я понял. А, там тип был, нифига себе, я бы все равно умер. В любом случае.
Просто вот в любом случае я бы умер сейчас. Сиська, спись меня. Нарежь, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите на него. Я слышал, как он пробежал, а потом он включил мертвую тишь, чтобы вы понимали. В голову. Чел, пожарки, ты понимаешь, что я приехал? Зову тебя на прогулку. Выходи. Дело несложное. Достаточно только выглянуть в окно. Но ты не переживай. Ничего страшного с тобой не произойдет. Блять, ну... Ты кто? Блять! Welcome. Я подумал, какие-то звуки странные появились в игре. Смотрите, хайлайты. Страшно, вырубай. У меня же есть бэпка. Чел? Ты зачем взрываешь мой грузовик? Блять! Я в тильте. Да блять! Ну что за руины сидят на крыше? Задолбали? О, где я вылетел в эту игру? Что не так? Что не так? Что не так? Интересно, получится ли у меня забрать вертолет и убить типа, которым... Мо. Похер на этот вертолет. Как думаете, он сидит возле вертолета или спрыгнул вниз? Иро. В этот раз мы проиграли, но это только закалит. Что мы упрощаем себе жизнь? Давайте усложним ее. Что там говорили Саи, что имеет свойство мертвой тишины в тактическом беге, да? Только мне. Не нужна прокачка, наверное. Хотя, ладно, оставлю. Так, ну я считаю, что нужно перемещаться пешком тогда, если у нас мертвая тишка. Чтобы нам перемещаться пешком, нам нужно быстро залутать лодаут. Но нужно теперь определиться, куда мы упадем, чтобы сделать это максимально быстро. Мне симпатизирует почему-то Train Station. Давайте попробуем попасть сюда. И когда мы с помощью раскрытия в самолёте по парашюту, мы будем это делать быстро. Улететь как пуля к своей цели, не оставляя шансов сопернику. Пушка, 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 пушка. О, пушка. Реально мертвая тишь, офигеть. Фантастика. Так это же имба лютая. А если постоять чуть-чуть, то у тебя будет тактический бег, да? Сколько надо стоять, чтобы у тебя был тактический бег всегда? Охренеть, это имба, просто это лютая имба. Я могу двигаться тихо. Я не в спину убиваю, да?
с одного удара. Это сайи, которые даются за выполнение квестов. Вот этот контент, который зеленый, вот этот помечен. Типа, который орет как сука, когда ты приезжаешь в него. Ты выполняешь этот квест, тебе даются сайи. В самом конце. Смотрите, я могу постоять чуть-чуть и бежать на мертвой тише просто. Отмена! Время запускать БПЛА. Блять! Пиздец, я сейчас умру, да? Я не мог в него стрельнуть. Вообще, в целом, я могу сделать следующим образом. Упасть вот сюда куда-нибудь, взять лодат и рискнуть на... чтобы продолжить убивать сперки. Все очень просто. Не, ну сая это, конечно, имба. Можно взять просто какую-нибудь универсальную штурмовку и на саях передвигаться. Считай, на тишке постоянно бегаешь. Офигеть, я реально бегу на мертвой тишине с Айми. Что за имба? Нужна разведка по моим координатам. Мне точно и удар пригодится. Офигеть, смотри, Смит, смотри, смотри, какая сладость. Блять, я застрял в камне, какой шанс? Блин, ты нокнул типа? Нет. Мне не снайпер. Вот опора стоит в центре. Голова торчит только. Активка, по идее, сломаться должна была. Я не залетел. Это я внизу. Есть что? Надо мной вроде. Она на крыше. Крякнула. Внутри вроде. Да, блядь. Крякнул. Странно, что он выжил. Тачка. Крякнул типа на улице. Хорош. Ясно.
У нас грузик едет направо. Типа в К стоит. Крякнул его. Сергио, блять. Охуеть. А, ну вот я и спрашиваю. Правее. Кряк. Нок? Нет. Можно его саями убью? Сан накинул еще. Еще один накинул. Достанем. Ящик накинул с патрошками. Нок. Один по центру. Все. Что, блять? Ой-ой-ой-ой-ой. И этот человек, как бы, да, Киллрейса играет. Вот этот вот, который у тебя там, вот, тиммейт, видишь? Да-да. Йоу, все, видос подошел к концу. Хотел бы еще высказать немножечко своего мнения, так сказать, по поводу того, с чем я играл. Вот изначально я подумал, что саи на самом деле очень имбовые за счет того, что когда ты бегаешь в спринте, они бесшумные. Но, к сожалению, это баг, который позволяет только не слышать тебе свои шаги, но враг, если будет рядом, и ты будешь бежать с этими саями, он тебя обязательно услышит, поэтому аккуратней. А так, саями довольно-таки быстрый бег, и, в принципе, их использовать каким-то универсальным ганом было бы неплохо. Относительно СПР-ки, решил ее собрать на мобильность. Хотел попробовать пофазумить, но в некоторых моментах чувствовалось, что я был не сильно размят. И, в принципе, если еще раз попробовать и сделать фраги с помощью размятых ручек, то, думаю, может получиться намного лучше. Вот. В целом, на этом все. Спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой Twitch канал, на YouTube канал, ставь лайк. Ну и оставляй комментарий, чтобы получить ответ. Держи мой пламенный кулачок. И бай-бай.